10 лет я проработала в медицине и однажды решила поменять жизнь кардинально. Я нашла объявление в интернете о том, что на заправку требуются операторы. Позвонила, и мне поверили. Начала строить карьеру, и как-то ни секунды не жалею, уже 5 лет я работаю. Хороший коллектив, веселый, все. Не знаю, интересно, весело, много нового узнаешь. Теперь я старший оператор на заправке, поэтому легко. Работа опасная, потому что связана одновременно и с наблюдением за всем объектом, и с отпуском нефтепродуктов. Работа меня любит, и я ее тоже. У меня единственный 5-й разряд высший на заправке. Мы очень рады, когда случайный человек, заехав в нашу заправку, становится нашим постоянным клиентом и тоже переходит в стадию друзей нашей компании. Я обожаю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым. Thank you.